Уважаемые зрители, мы сегодня проводим второй сеанс процедуры, скажем так, коррекции лица, определенных изменений. Вот наша пациентка готова сказать вам, что она чувствовала. Вот у нас прошла неделя, что она чувствовала за эту неделю, сколько держалась и как ведет себя лицо после первого сеанса. И посмотрите внимательно, как она выглядит сейчас. И мы вернемся к нашему разговору через полчаса. Пожалуйста, слово нашей пациентке. Ну, что, у меня была большая проблема, самая такая большая проблема. Это... Морщина, да. Спасибо большое. Такая глубокая морщина, вот я даже не знаю, вот тут, да. Вот сейчас мне ее приходится даже, раньше я знала... Разыскивать. Да, сейчас мне им надо искать усердно. Ну и муж, не знаю, мне муж сказал, помолодела очень, и говорит, как он сказал мне, форма лица изменилась, что ли? Овал поменялся. Так это стало лучше или ну хуже? Ну да, нет, он рад. В такую сторону. А, ну самое, это самое главное, что муж рад. Да, что муж рад. Вот, самое, да, это, да, наверное, самый такой критерий. Вот, да. Самый показательный критерий, потому что обычно мужья не очень так придирчиво к этому относятся. Вот, так что... Ну что, если да, есть, нет вопросов больше, то мы тогда продолжаем и вернемся через полчаса. Ну, мы сейчас немножко запишем. Да, да, нет, ну я имею в виду к разговору вернемся через полчаса. А так мы продолжаем наш сеанс и, как всегда, начинаем с одной половины лица. При этом... Вторая половина, она является своего рода энергетическим проводником. Обратите внимание, что рука вторая, она все равно присутствует. И вот, ну, скажем так, с точки зрения физики, может быть, чисто энергетический потенциал, он идет между двумя руками. То есть вторая не просто лежит, а дыхает. Она занимается чисто энергетическими, скажем так, ресурсами, включает энергетику мышц лица, энергетику среднего слоя кожи, где располагаются лимфатические кровеносные сосуды и нервные окончания. И таким образом мы, воздействуя на точки, занимаемся своего рода коррекцией. Вот обращаю ваше внимание вот на такой факт. Те, кто не изучал этот вопрос, они не знают, будет неожиданно, наверное, интересно, что биологически активные точки располагаются симметрично. Поэтому, если я воздействую на точки с этой стороны, то своего рода точки с другой стороны, они тоже работают, они тоже подключены. Поэтому, несмотря на то, что я работаю с одной половиной лица, вторая половина тоже принимает участие в работе, ну, определенным образом. Поэтому эффект достигается так быстро. Вот еще раз напоминаю, что не нужно ничего ждать, не нужно думать, когда он проявится, через какое время. Вот он проявляется сразу. И вы сегодня еще лишний раз увидите. Есть, да, под рукой чувствуются проблемные места. Здесь еще осталось, и вот хочется поправить, укрепить мышцы. И действительно, овал лица, он меняется за счет... Во-первых, активизация мышечных волокон. Волокна стимулируются своего рода, как будто мы ток пропускаем, да, заставляем волокна, которые с возрастом
ну, слабеют, тонус снижается, изменяется структура лица. Но это делается без аппаратно, без руками, какого-то. Конечно, конечно. Ну, скажем так, акупрессура. Нажатие на определенные актив, биологически все активные на, точки. На ваших глазах нету никаких подпольных, подстольных аппаратов. Точечный массаж, говоря по-другому. Совершенно верно. Точечный массаж и массаж своего рода биоэнергетический, который воздействует. Вот. Так вот, я продолжаю говорить о том, что мы стимулируем. Вот с одной стороны. С другой стороны усиливается лимфодренаж. Поэтому я объясняю, почему меняется форма лица. Потому что уходит лишняя жидкость, уходят какие-то застойные лимфатические проявления, которые, может быть, где-то незаметно для глаз, скапливаются с возрастом. К сожалению, процессы с возрастом только нарастают, и люди, чем старше становятся, тем больше таких проблем. Кстати, вот еще обращаю внимание, ну так, пока мы работаем, чтобы было не скучно. Вот эффект этой методики очень интересный. Получается, что чем хуже лицо, тем лучше результат. Вот как ни странно, я за, ну, за 2 года, чуть больше работы с пациентами, обратил внимание, что если лицо, ну, хорошее, требует такой легкой коррекции, результат почти не виден. Человек только его ощущает внутренне. Вот он чувствует, что лицо изменилось. Ну и, скажем, там муж, который рядом, который очень хорошо знает, да, вот, структуру, форму лица любимой жены, он это заметит. А со стороны не особо. А вот если лицо, ну, скажем, запущенное, в тяжелой такой вот форме, если много морщин, если такое вот достаточно нехорошее с точки зрения косметологии, то появляется результат очень эффективный. У меня были пациенты, которых даже сердце прихватывало от радости того, что они увидели. Они никак не могли поверить, что это произошло. На самом деле это не гипноз. Ну вот так это работает. Самому интересно. Да, заканчиваем пока. Да, и потом мы вернемся где-то через 25-20 минут, и мы посмотрим. И увидим. Надеюсь.